Всем привет! Сегодня у нас 19 урок по изучению языка программирования Kotlin для создания мобильных приложений. Итак, сегодня мы будем изучать, что такое массивы и списки. Ссылку на мою веб-страницу, где я все подробно описал, я вам оставлю в описании к видео. Там будет две ссылки, одна на все уроки по Kotlin, на новые уроки я имею в виду. Вот она, вот на эту страницу. Курс для начинающих 2021. И здесь все уроки. Пока что у меня здесь идет, видите, с 12 на 19 сразу припрыгивает, потому что остальные 13, 14, 15, 16, 17, 18 находятся вот здесь. Мне их нужно просто сюда в список добавить. Сегодня я это сделаю. А 19, так как я уже сделал, я сразу сюда его и добавил уже в список. Так меньше места занимают. И здесь идут там, где не нужна дополнительная информация, я сразу просто добавляю краткое описание и видео. А там, где нужна дополнительная информация, как в случае с 19 уроком, с сегодняшним уроком массивы и списки, то здесь краткое описание и сразу ссылка уже на вот эту страничку. А здесь уже будет видео и уже описание, что такое массивы, что такое списки, как это все используется, примеры разные и так далее. Так что советую посетить эту страницу, ссылка в описании будет. И посмотреть, если вам интересно. Ну вот что нам говорит об этом Википедия. Массив – это упорядоченный набор элементов, каждый из которых хранит одно значение, идентифицируемое с помощью одного или нескольких индексов. Сейчас вам объясню, что это означает. В простейших случаях массив имеет постоянную длину и хранит единицы данных одного и того же типа, а в качестве индексов выступают целые числа. Это означает, что массив из себя представляет как бы определенный участок памяти, как в случае с типами данных. Int, string, вы помните, мы делали переменную, и с помощью этой переменной мы сохраняли что-то в памяти. Ну, к примеру, давайте вот простой пример вам. Как мы это создаем? Давайте создадим функцию uncreate, добавим, вот она, save it instance name, bundle, все, и скобка закрывается, вот это выбираем. И здесь создадим одну переменную. Val, это будет number, равно, пусть будет 5. Все, мы создали переменную типа int, правильно? Потому что я написал целое число, и это есть переменная. У меня где-то в памяти сохранится ячейка 1, и там будет записано число 5. А доступ к этой ячейке, чтобы записать либо считать, в данном случае я указал val, значит, можно только считать. Перезаписать не удастся. Но если бы я указал var, то можно и считать, и перезаписать. И чтобы добраться до этой ячейки, у меня будет это вот слово number. Это есть эта переменная. Для этого я ее создал, чтобы получить доступ к этой ячейке и туда что-то записать. С помощью ключевого слова var, либо val, я создаю место в памяти и указываю. Туда будет доступ для считывания в случае с val и в случае с var для считывания и записи. Все. Массив собой представляет то же самое, только это как бы группа таких типов данных, то есть набор. И мы к ним обращаемся уже по позиции, индексу. Как это мы делаем? Ну, давайте посмотрим вот на моей веб-странице. После поговорим про списки еще. Вот, к примеру, мне нужно объявить массив. Я хочу создать массив и записать в него, ну, например, числа 5, 6 и 9, правильно? Есть явное объявление массива, а есть неявное. То есть, чтобы компилятор, чтобы Kotlin сам определил, что там за тип данных, правильно? Если я написал 5, 6, 9, он определит, что там тип данных int, то есть целые числа, и все. Поэтому создастся массив с типом данных int. Мы их можем и смешивать, но это лучше не делать, поэтому об этом мы пока говорить не будем. Все, мы таким образом явно объявляем, то есть мы пишем array, указываем в треугольных скобках тип данных, который мы будем туда сохранять. Видите, int я указал равно, и теперь просто пишем array of, и все, и идем перечисляем все эти числа, которые хотим сохранить. Давайте посмотрим на деле. То есть я пишу, смотрите, здесь я указал numbers, хорошо. Здесь я создал переменную, а сейчас мы создадим массив. Тоже пишу, к примеру, val, это будет numbers равно. Я могу создать неявно, то есть указать array of, то есть массив из этих элементов. Ну, к примеру, будет там 4,9,0,6. Видите, я создал массив, и я объявил его неявно. То есть компилятор сам определит, что это массив с типом данных int. Видите? И все. И все это запишется сюда. Но теперь эта ссылка не как в случае с переменной указывает на эту ячейку, а указывает на определенный участок памяти, где последовательно друг за другом содержатся эти ячейки. И это все равно, чтобы я создал вот столько переменных. Раз, два, три, так сколько у меня? Четыре. Четыре. Number, например, number 1, number 2 и number 3, к примеру. Видите, здесь идет 4, 9, 0, 6, все.
Ну, к примеру, просто 4, 9, 0, 6. 0 и 6. Все, видите, у меня будет 4 ячейки, они будут, естественно, в разных местах, могут быть в разных местах, там, где есть свободная память. И все. И там запишутся эти числа 4, 9, 0, 6. Так что, чтобы получить, например, вот это число 9, мне нужно указать number 1. То есть, чтобы получить доступ к этой ячейке. А чтобы получить доступ к ячейке, где у меня записано 6, мне нужно указать number 3. Так вот, в случае с массивом, если я укажу просто название numbers, то мне выдаст не все числа. Вот давайте посмотрим. Напишем сообщение log и сразу будем тестить все. Log d, это будет у меня mylog, запятая. Так, нужно импортировать класс log. Alt-Enter. Вот это вот слово так, естественно, не пишем, а то многие на этом ошибаются, пытаются писать это слово так. Оно само добавляется, это просто подсказка. Здесь пишем просто какое-нибудь ключевое слово для фильтрации. Я об этом уже объяснял. Я пишу всегда mylog. Так, и здесь указываю, ну пусть будет number. И ставим знак доллара, чтобы сюда добавить переменную. Это у меня будет, ну, к примеру, давайте добавим number 1. Пишу number 1. Number 1. Все. И сейчас, естественно, мне выдаст значение этой ячейки, что там записалось. Видите, я указываю, хочу прочесть, что находится на ячейке number 1. Вот она. А там у меня записано 9. Давайте проверим, что мне покажет. Запускаем. И все, видите, показывает 9. Все правильно. То есть показывает значение этой ячейки. А что, если я напишу здесь numbers, то есть название массива? И это уже у меня не определенный тип данных, там int, либо там string. Это у меня уже массив, видите, ссылка на массив. Ссылка на определенный участок памяти, где находятся все эти ячейки памяти последовательно. Вот смотрите. Теперь давайте это сотрем и запускаем. Что мне напишет? Бум, видите, мне указывает ссылку на этот массив. Ссылку на определенный участок памяти, но мне не выдает значение. Так вот, как же взять отдельное значение с этих позиций? Помните, что было написано в Википедии вот здесь? Идентифицируемый с помощью одного или нескольких индексов. И здесь написано, а в качестве индексов выступают целые числа. То есть у нас есть индекс, который указывает на позицию данного элемента. И всегда начинается он с нуля. То есть у нас идет всегда 0, 1, 2, 3 и так далее. То есть всегда начинается перечисление с нуля, и они идут все друг за другом. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Я здесь указал 4 элемента. Значит, последний элемент будет на позиции 3, правильно? Почему? Потому что, если мы посчитаем, 0, 1, 2, 3. Все. Размер массива это 4, правильно? 4 элемента. Но так как начинается с нуля, значит, считаем 0, 1, 2, 3. Последняя позиция это 3. Поэтому, чтобы взять какой-нибудь элемент, ну, допустим, взять вот этот элемент, мне нужно указать его позицию. Что за позиция будет? Давайте посчитаем. 0, 1, 2. Все, значит, я указываю numbers. А как указать эту позицию? Для считывания мы просто указываем квадратные скобки перед названием массива. То есть пишем numbers, квадратная скобка, и указываем внутри позицию. Я хочу указать позицию 2, правильно? Значит, пишу 2. У меня высвечивает зеленым, потому что если я указываю массив, видите, и квадратные скобки, то это все нужно взять в фигурные скобки, иначе у нас шаблон этот не сработает. String, видите, мы не сможем добавить так. А вот если я указал фигурные скобки, то все нормально. То есть я просто указываю numbers и в квадратных скобках позицию элемента, который хочу получить. Вот теперь, если запускаем, так давайте это сотрем, то мы увидим, что получается. Бум, вот теперь мне выдает число 0, видите, number 0, потому что мне выдало значение этой позиции. Так что, чтобы считать, мы можем просто взять вот таким образом. Давайте попробуем это все записать в какую-нибудь переменную, чтобы было нагляднее. К примеру, я пишу val number 0. И мы берем наш массив, вот этот, Ctrl-X, и присваиваем данной переменной. Так что отсюда возьмется с позиции 2, это у нас 0, 1, 2. Видите, с позиции этой возьмется значение, это у нас 0. Все, это будет 0. И запишется вот сюда. И это все мы можем показать уже без скобок. Пишем number 0. Вот он, видите? Все, записали сюда и сразу показываем. То есть это будет то же самое. Давайте удалим. Бум, видите, все, тоже показывает 0. То есть вот таким вот образом все работает. Это для того, чтобы считать. А можно ли их перезаписать? Мы можем их и перезаписать таким вот образом. Для того, чтобы перезаписать, мы указываем теперь. Просто пишем numbers, то есть опять же массив. То же самое указываем в квадратных скобках ячейку, с которой мы хотим что-то сделать, считать там, либо записать. В данном случае я хочу записать. Ну, возьмем, к примеру, опять ту же самую ячейку, 2. Мы же с нее считываем. Давайте посмотрим. Мы знаем, что на этой ячейке у нас находится число 0. Изначально мы так указали, правильно? Когда создали массив, когда его объявили.
Так вот, как только мы объявили наш массив, когда он создался, мы ячейку 2 перезапишем. Я указываю в квадратных скобках ячейку 2 и туда указываю другое значение. Ну пусть будет, например, 123. Видите, все. Вот таким образом мы перезаписываем. То же самое, как и с другими типами данных, как, например, с типом данных int. Видите, мы берем, просто пишем, например, чтобы перезаписать сюда, пишем number равно 4. И здесь то же самое пишем, только указываем номер ячейки в квадратных скобках. Numbers 2 равно 123. И теперь считываем, что там будет. Давайте посмотрим. Все, видите, 123. То есть таким вот образом мы можем считывать, вот так считываем, либо записывать. Все. Каким образом еще можно объявить массив? Так, давайте это пока что временно удалим. Массив можно еще объявить явно. То есть я указываю двоеточие и указываю, что это будет array, и указываю тип в треугольных скобках. Пишу треугольная скобка, открывается, закрывается, и внутри указываю тип данных, который будет хранить мой массив. И тогда другой тип данных мне не даст туда записать. Ну, к примеру, я пишу, это будет int, правильно? У меня там же целые числа, все. Что если я хочу записать туда, например, string, boom, все, сразу выдает ошибку. Хорошо, если я не указываю, что это за тип данных, явно, то я смогу здесь записать string, видите, все нормально. Брум-брум-брум. Но проблема будет, когда я захочу перезаписать. Смотрите, теперь я пытаюсь перезаписать. Numbers. Это у нас массив numbers. Указываю ячейку. Ну, пусть будет, например, ячейка 0 равно. И, к примеру, там хочу записать 54. И сразу подсвечивает красным, потому что уже Kotlin не может определить, что там за тип данных, потому что там уже смешанный тип данных. Я могу считывать оттуда. То есть я могу взять, к примеру, с позиции 0. Нет, давайте вот с этой позиции считаем. Ctrl-X. И здесь знак доллара, Ctrl-V. Так, здесь нужно указать опять фигурные скобки. Все, видите, я смогу считать. Ну, допустим, с позиции 0 считаем, а после с позиции 2. Чтобы вы посмотрели, что мы можем здесь считать и целые числа, и string. Все, запускаем. Так, это удалим. Все, показывает число 4. На позиции 0 у меня число 4. Все четко. А что у меня находится на позиции 2? Так, сотрем это, запускаем. Видите, разные типы данных у меня находятся в массиве. Все, а здесь показывает вот этот string. То есть у меня сейчас и int, и string. Все отлично. И мог быть бы, например, ну не знаю, boolean. Пусть будет здесь true. Видите, тоже может быть. Вообще у меня сейчас теперь три разных типа данных. Я могу здесь указать теперь 0, 1, 2. Это третья позиция, где у меня находится boolean, true. Давайте посмотрим, что мне здесь напишет. Стираем. Бум, показывает true. То есть все работает. Но проблема, как я уже сказал, при записи, например, у нас уже возникают проблемы. Поэтому вообще, это лучше не использовать таким вот способом. Я вам после покажу, как можно сохранять смешанные типы данных, если нам это нужно. Но не таким способом лучше. Все. Так что мы можем указать явно, к примеру, с помощью array, тип данных. Это будет, к примеру, int. И вот тогда нам уже не даст сюда добавлять все, что угодно. Потому что я объявил, что это у меня будет массив из элементов int. С типом данных int. Так что здесь нужно указывать только целые числа. Все, вот теперь работает. Это один способ объявления нашего массива. Можно еще также явно, либо неявно, уже конкретно указывать на тип данных. Мы пишем, к примеру, int array of. Видите? То есть то же самое, только добавляется int. Я пишу int array of. Это будет абсолютно то же самое, то, что я вам показал раньше. Только теперь, если я хочу указать явно здесь, опять же, то мы пишем int array. Видите, таким вот образом. И все. Не нужно уже в треугольных скобках ничего писать, потому что это как бы, как и примитивные типы данных, когда мы указываем, например, вот здесь, я указываю int, и все, видите? То есть я указал, что это за тип данных, int. Но здесь это не нужно делать. То же самое здесь. Я указываю, что это за тип данных внутри, это int array. Вот этот вот мой массив. То есть это другой способ определения нашего массива. Если мы указываем int array. Если я попытаюсь сделать таким вот образом, array of. Видите, у меня выдает ошибку, потому что если я пишу array of, это все то же самое, только здесь нужно уже будет указывать класс array. И указывать тогда тип данных. Int. Видите? Это разный способ объявления массивов. Видите? Ну а так смысл тот же самый, все то же самое. Итак, мы выучили одну очень важную вещь. Во-первых, позиции в массиве начинаются всегда с нуля, поэтому идет 0, 1, 2, 3. Понимаете? Хорошо. И еще одна важная вещь, размер массива не изменяем. То есть, если я создал сейчас вот массив, у меня идет
4962, значит там 4 позиции, я смогу их перезаписывать, считывать, но я не смогу увеличить. Добавить еще один по ходу дела. То есть если я пишу numbers, уже нет возможности увеличить этот массив. У меня там 4 элемента. Что будет, если я напишу равно, к примеру, давайте сделаем его var. Если я напишу numbers равно, и здесь укажу новый массив, это у меня будет array of, и укажу, к примеру, 54, 78, 78, 7, 7, 54, там, 34, 1. Видите, теперь я создал массив, и там больше элементов, правильно? Но вот это все сотрется. То есть, видите, уже показывает серым то, что вот это уже не считается, то есть оно не работает в коде. Мы его просто перезаписали, так что это не увеличение размера массива, а перезаписывание. То же самое, как мы делаем с переменными вот с этими вот. То же самое, как мы делаем вот здесь. Если я напишу number равно 10, значит это 4 перезапишется на 10. Только здесь перезаписывается весь массив. Поэтому мы можем перезаписать отдельные элементы внутри, либо весь массив перезаписать. Но добавить элемент туда, если у нас уже есть определенный размер, мы не можем. В этом есть отличие массивов от списков. Есть еще списки, о которых мы сейчас тоже поговорим. Итак, вот таким вот образом все у нас работает. Давайте это удалим. Что еще нам нужно посмотреть? Есть у них разные функции, у этих массивов. Ну, вот я вам здесь тоже объясняю на веб-странице. Если хотите поподробнее почитать, то можете зайти сюда. Здесь все вы найдете. Видите, есть еще один способ. То же самое. Мы можем указать int array 3. Но здесь мы указываем размер массива. Опять же, создается тот же самый массив. Только таким образом, если мы указываем, мы указываем количество элементов внутри, и все они будут равны значению по умолчанию. У типа данных int значение по умолчанию это всегда 0. Поэтому мы, если создаем пустую переменную int, то в ней будет 0. Так что если мы создадим массив int array, то там будет 3 элемента, и все они будут 0, 0, 0. Давайте посмотрим, как все это выглядит. Вот здесь я показываю, видите, это будет равнозначно вот это вот, вот этому. Int array of 0, 0, 0, либо array of 0, 0, 0. Это все будет одно и то же. Это можно сделать таким вот образом. Так, давайте это удалим. Например, у нас идет numbers, я укажу, это у меня будет int array. И указываю в круглых скобках, что у меня там будет 7 элементов. Здесь я, видите, через двоеточие написал, нужно сделать равно. Если я указываю через двоеточие, то думают, что я хочу просто явно указать тип этого массива. А я не хочу указать тип только этого массива, я хочу его еще и инициализировать, то есть указать сколько элементов. Так что я указываю numbers равно int array 7. Все, это как бы конструктор, который создаст этот массив. И мы его присвоим вот сюда. Что здесь будет в этом массиве? То же самое, если бы мы написали вот таким вот образом. Так, напишем array of 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. То есть 7 значений с нулем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так вот, numbers, это будет numbers 2. Здесь, в этом numbers, у меня находится 7 нулей. Создал я массив, 7 ячеек. Я их могу перезаписывать. То есть изначально я их создал, они все нули. И теперь могу их перезаписывать, добавлять туда новые значения. Но размер так и останется 7. И здесь то же самое. Размер так и останется 7. И здесь тоже будет 7 нулей. То есть это одно и то же. Можете так написать, а можете и вот так написать. Разницы абсолютно никакой не будет. Итак, что дальше? Давайте еще посмотрим, что у нас здесь еще интересного есть. Ну, вот здесь я тоже уже это я объяснил, что если вы попытаетесь увеличить размер, присвоив данному массиву другой массив, то просто тот массив, который был, он сотрется. Так что это не увеличение размера, это вы просто стираете один и добавляете новый. Все. И дальше у нас еще есть... так, что у нас еще? Ну, это запись, считывание. Это я уже тоже показал. Дальше у нас есть... Мы еще можем создавать массивы с пустыми значениями. Это у нас, к примеру, array of nulls. То есть у нас создается значение с null, с пустыми значениями. Это можно сделать таким образом. Я указываю array of nulls. Видите? И здесь указываю тип данных. Ну, пусть будет, к примеру, int. Все. И размер... Ну, например, 5. Все, я указал, что у меня будет тип данных внутри, это integer, и будет 5 ячеек, но все они изначально будут null. Это можно легко проверить. К примеру, это у меня numbers 2, правильно, массив. Значит, указываю numbers 2, и посмотрим, что там, например, на позиции 3. У меня там всего 5 ячеек, правильно? Но последняя позиция это 4, потому что идет 0, 1, 2, 3, 4, правильно? Это и есть 5 элементов. Сейчас мы это все проверим. Запускаем.
Бум, мне показывает null. Видите, на позиции 3 null. На любой позиции будет null, потому что мы указали, что мы создаем массив со значениями null. Можно создать пустой массив, empty array. Здесь нужно указать просто тип данных и не нужно указывать размер, потому что он будет пустой. Там будет 0 элементов. Зачем это нужно, сейчас объясню. К примеру, я указываю string. Все, я создал пустой массив, string, и у меня там внутри 0 элементов. Это делается для того, чтобы, когда мы что-то делаем, мы ждем какие-нибудь данные и хотим записать данные в этот массив. Поэтому я создаю пустой массив, у меня еще данных нет. И после, где-нибудь в коде, я ему присваиваю уже данные. Поэтому я просто пишу number 2 равно. Таким образом, массив у меня инициализирован, он ошибку не выдаст, потому что я его создал. Но у него только 0 элементов. Так что я сделаю где-нибудь проверку в коде, например, сколько элементов. Если там 0 элементов, то добавить еще. Я вам говорил, добавлять нельзя, но у нас же он пустой, так что перезаписать его проблем нету. Если у вас уже есть массив, в котором там есть какие-то значения важные для вас, конечно, вы его не можете перезаписать, потому что вы его сотрете и добавите новый массив, и тогда смысла нет. Но вот этот массив стереть и добавить новый уже со значениями, смысл есть, потому что он пустой. Ошибку не выдаст, потому что он инициализированный, мы его создали. Но там 0 элементов, поэтому я пишу number 2 и, к примеру, могу сделать array of, и здесь указать, к примеру, ну не знаю, там, бла-бла-бла. И здесь у меня, видите, ругается, потому что я указал не название массива, у меня есть numbers 2 и numbers, а указал название примитивных данных, видите, это у меня integer, целое число, вот поэтому показывает, смотрите, required int found array, массив, потому что я неправильно написал number, нужно было написать numbers, вот так. Давайте вот это все лишнее удалим, чтобы так не запутаться, и вот этот вот первый массив тоже удалим. Он уже будет не numbers 2, а просто numbers. И здесь тоже. Все, видите, я создал пустой массив. Если бы мы в коде что-то делали, мы могли бы сделать проверку. У нас массив есть, но он пустой. Все, и после бы мы могли его перезаписать и туда добавить уже какие-то значения. В данном случае значение string. Я бы мог туда написать, к примеру, я не знаю, apple и orange. К примеру, название фруктов. Вот и все. Это просто пример. Все, таким вот образом используется empty array. Но пока что вы их использовать не будете, потому что только учитесь, так что просто знайте, что можно так сделать. Что еще у нас есть? Давайте посмотрим. Итак, это у нас пустые значения, все, вы посмотрели, как это все делается. Опять же, повторюсь, у меня на веб-странице сможете подробнее почитать про это, если вам интересно. И дальше у нас идут полезные методы массивов. У нас здесь есть разные, мы можем, например, перевернуть массив. Каким образом? Очень просто. Вот у нас есть массив, давайте это сотрем. Сделаем не empty массив, а обычный массив. Это будет array of. И укажем числа, к примеру. Пусть будет 0. Это у нас будет позиция 0. Сразу укажет и позиции 1, 2, 3, 4, 5. Все, видите, у меня есть массив, и у него есть такие вот значения. 0, 1, 2, 3, 4, 5. В том же порядке идут позиции. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Здесь 6 элементов, но позиция всегда начинается с нуля. Хорошо. Значит, у меня теперь есть numbers. Я могу его перевернуть. К примеру, каким образом? Мне нужно его перевернуть, и после хочу показать значение. Мы можем сделать таким образом. Берем наш массив и пишем numbers.reverse. Все, таким образом, то, что находится в этом массиве, перевернется. Это значит, что у нас будет вот этот элемент уже на первой позиции, вот этот вот, четверка, на второй и так далее. То есть уже будет начинаться так. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте это проверим. Давайте сначала без реверса проверим. Как можно напечатать весь массив? Потому что я уже вам показывал, если мы печатаем просто numbers, то у нас печатается просто название, вернее, ссылка данного массива. Как показать весь массив, как его напечатать вот здесь вот в консоли? Это можно сделать таким вот способом. У массивов есть такая функция content-to-string. Пишем content-to-string и все. Тогда содержимое превратится в string. И здесь все напечатает содержимое нашего массива. Так что давайте сделаем таким образом. Мы сначала, скопируем вот эту строчку, покажем значение нашего массива до реверса и после реверса, видите? То есть у нас запускается, создается массив, и мы показываем все значения массива вот здесь. Numbers. Давайте напишем numbers. И здесь тоже numbers. После мы этот массив переворачиваем наоборот и опять печатаем, чтобы посмотреть, что где находится. Когда мы его переворачиваем, просто с последней позиции переходит на первую позицию. Вот и все. Давайте посмотрим. Запускаем. Все, видите, разница. Вот так напечаталось. То есть у нас было 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это и есть наш массив. А когда мы сделали reverse, то вышло 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вот и все.
В чем может быть проблема? У вас может быть какой-нибудь массив, и вы, возможно, хотите получить перевернутый результат, но оригинальный массив сохранить. В данном случае все, после реверса мы получили этот массив, и он уже перевернутый. Но как сделать, чтобы у нас этот сохранился, и мы еще получили перевернутый массив? Очень просто. Мы можем сделать таким образом. Создаем переменную для нового массива. Я назову val reversed numbers равно. И теперь берем наш массив оригинальный. И его не трогаем, а перемешиваем копию. Делается это таким образом. numbers.reversed, reversed. Видите, здесь есть еще одна функция. У нас есть reverse. Тогда мы переворачиваем все внутри оригинального массива. А если мы указываем reversed array, то нам выдает array с перемешанными числами, но оригинальный не трогает. Давайте проверим. То есть, смотрите, это оригинальный, правильно? Давайте сделаем таким образом. Я это вырежу. И после того, как мы поменяем местами все цифры reversed array, видите, запишем это сюда, здесь это все и покажем. Значит, у нас покажет оригинальный после переворота, что с ним произошло, и после покажет reversed numbers, новый массив. Давайте напишем здесь reversed numbers. Все, запускаем, смотрим. Все, смотрите, оригинальный так и остался. То есть у нас запустилась строчка numbers reversed array, но оригинальный остался нетронутым. А вот новый массив, который нам выдала вот эта функция reversed array, это у нас reversed numbers, изменился. Видите, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вот так вот все работает. Какие еще у нас есть полезные методы? Ну, например, у нас есть sort. Мы можем отсортировать. Sort работает по такому же принципу. То же самое, как и reverse и reversed array. То есть, если я сделаю sort, я отсортирую все цифры внутри в оригинальном массиве. А если я напишу sorted array, видите, sorted array, в таком случае мне выдаст новый массив, который я могу сохранить, но оригинальный не тронет. Что сортирует вот эта функция? Ну, например, в случае с числами, если у нас, например, идет 3, 7, 8, ну, давайте посмотрим здесь, например, к примеру, numbers и сделаем sort. Мы сейчас ничего не заметим, потому что сортирует от меньшего к большему. А у нас и так это написано от меньшего к большему. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Давайте проверим. Запускаем, и видите, ничего не изменилось. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Но что будет, если я напишу таким вот образом? К примеру, здесь напишу четверку. Здесь у меня будет однерка, здесь будет пятерка, здесь будет тройка, здесь будет двойка. Видите, они все перемешаны. И здесь будет ноль. Все, 1, 2, 3, 4, 5. В общем, все в перемешку. Так вот, отсортирую таким образом. Будет идти 1, 2, 3, 4, 5. Нет, извиняюсь, будет идти 0, 1, то есть от меньшего к большему. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Давайте проверим. И все, видите, теперь, так, это можно удалить. Все, видите, мы сделаем sort и сразу покажем, что там есть. Давайте покажем, что там есть до sort, до того, как мы запустим sort. Видите, до того, как мы запустим sort, как только создался массив, мы запускаем вот это вот сообщение, чтобы показать, что есть внутри. И после делаем sort и показываем, что получилось. Запускаем. Все, видите, оригинальный он такой, 4, 0, 3, 2, 5, 1. А нам выдает после сортировки 0, 1, 2, 3, 4, 5. Все. Если бы я захотел также оставить оригинальный, не трогая его, то пишу sorted array. В таком случае я буду ждать val, это будет sorted array равно. Все, таким образом перемешает и выдаст новый массив и запишет его сюда, а оригинальный не тронет. Поэтому смотрите, сейчас я вам покажу результат оригинального массива. А дальше за ним покажу результат, это будет уже не numbers, это у меня будет sorted array. Sorted array. Давайте посмотрим, как изменится все. Запускаем. Так, это сотрем. Все, видите, это оригинальный, когда только запустился до sort. У нас идет 4, 0, 3, 2, 5, 1. После sort, опять же, оригинальный. Что с ним произошло? Да ничего. Все то же самое. Потому что мы использовали sorted array, так что он не изменяет, не сортирует оригинальный. И дальше тот, который мы получили, новый, это sorted array. Его уже отсортировал 0, 1, 2, 3, 4, 5. То же самое работает, если мы хотим отсортировать от большего к меньшему. В данном случае мы сортируем от меньшего к большему. А можно сортировать еще наоборот. Мы можем сортировать sort descending. В данном случае все будет то же самое. Все, мы просто вот это удаляем. Это нам тоже не нужно. Все, таким образом мы сортируем то же самое, только теперь уже будет идти от большего к меньшему. И сейчас с помощью sort descending
мы сортируем оригинальный массив. И после его вот здесь показываем numbers. Давайте проверим. Все, видите, теперь как идет 5, 4, 3, 2, 1, 0. То есть то же самое сортировка, только теперь идет от большего к меньшему. И то же самое, если бы мы хотели не затрагивать наш оригинальный массив, нужно создать вал. Это будет, например, sorted array. Sorted array равно. Это будет уже не sort descending, а sorted array descending. Видите, так это лишнее. Удалим. Все, вот таким образом. Sorted array. Поэтому мы можем здесь показать sorted array descending. Тогда уже оригинал не трогает. Sorted array descending. Все, оригинал уже не трогает вот этот numbers, а создает новый, уже отсортированный. Смотрим. Так, удаляем. Все, видите, оригинал не тронул, то есть это до сортировки, это после сортировки оригинал, он так и остался. А это уже новый массив. Он отсортированный. Так, что у нас еще здесь самого интересного такого? Ну, есть у нас еще contains, это все можете почитать у меня здесь на веб-странице. Здесь много разных функций. Можно найти из этого массива, например, если у нас числа, максимальное значение, минимальное значение, сумму чисел внутри. Можно найти среднее значение. Можно проверить и найти те элементы, которые совпадают. Если у нас там есть, например, у меня здесь число 1, и здесь тоже 1, тогда мне выдаст уже... То есть с помощью intersect я передаю, беру один массив и передаю туда другой массив. Превращаю его в список, toList, видите, и после превращаю в toIntArray. И таким образом делает проверку и мне выдает уже массив с теми элементами, которые общие у этих двух массивов. Видите, ну, например, 1 и 1, правильно? Значит, мне выдаст в массиве число 1 и что у меня еще общего есть? 3 и число 3. То есть мне выдает число 3 и 1. Вот и все. Таким вот образом. И есть у нас еще shuffle. Это в данном случае это перемешка. Вот у нас, например, в таком порядке находится 9, 3, 5, 1, 0, 6, 7. Shuffle что делает? Перемешивает в случайном порядке. У нас здесь может быть уже, например, на нулевой позиции. Тройка, здесь будет 67, здесь, например, будет 0, здесь будет 11. То есть они перемешиваются в случайном порядке. Для этого это и существует. Ну вот, в принципе, все, что я могу сказать вам про массивы, это мы еще будем делать на практике, чтобы у вас все эти знания закрепились, и чтобы вы уже поняли, зачем и как они используются. Потому что это просто как бы документация, описание того, как они работают, что у них есть. А на практике вы увидите реальные примеры использования массивов. Ну а теперь давайте поговорим про списки, и на этом урок будет закончен. Про списки что могу сказать? В принципе, представьте себе пока что это те же самые массивы, но у них есть дополнительные функции. И разница в оптимизации кода, потому что массивы – это определенный участок памяти, где элементы, ячейки идут один друг за другом. В списках это не так. Они могут храниться в разных местах, потому что список у нас неограниченный. То есть мы можем... список, например, дополнять к нему элементы, удалять их оттуда, у него уже размер не ограничен, поэтому есть два типа списков, изменяемые и неизменяемые. То есть неизменяемые ведут себя примерно так же, как и массивы. А вот изменяемые списки, в них можно дополнять, удалять и так далее. Сейчас вам все это покажу. Но прежде чем перейти к спискам, я вот вспомнил еще одну вещь, которую я вам не показал. Но здесь она у меня на веб-странице описана. Это размер, это очень важно. Размер массива, как можно узнать? Очень просто, смотрите, мы просто-напросто, вот я создал массив, любой массив, без разницы, он называется у меня numbers, я просто пишу size, и мне выдает количество элементов внутри, вот и все. Запускаем, давайте посмотрим. Все, видите, пишет numbers 6. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть все правильно, 6 элементов. И еще одну вещь я забыл указать, и здесь на веб-странице я ее тоже не написал, наверное, я ее добавлю. Это exception, который может выйти. Ну, например, у меня здесь 6 элементов, видите? Что будет, если я попытаюсь взять с 6 позиции? У меня же нет 6 позиции. Пишу 6. Вроде 6 элементов, но 6 позиции нет, потому что начинается с 0, правильно, значит идет 0, 1, 2, 3, 4, 5. Последняя – это 5 позиция. Но я попытаюсь взять с 6 позиции. Давайте посмотрим, что произойдет. Запускаю, смотрим, запускается приложение и сразу закрылось. Давайте посмотрим на ошибку, выбираем Error и здесь выбираем так Show only selected application, бум, и показывает ошибку. Когда у вас выходят такие ошибки, вы выбираете в фильтре Error, Show only selected application и смотрите внимательно. Вот здесь вот синяя ссылка показывает линия, на которой у нас есть ошибка и показывает
класс, в котором это произошло. В данном случае это main activity. И смотрите, где написано caused by. Ищите, смотрите. Здесь много разного текста. На это внимание не обращайте. Обращайте внимание, где написано caused by. Не всегда это пишет, но очень часто. Так что смотрите и ищите, где написано caused by. И здесь написано error index out of bound exception. В массивах это частая ошибка. И показывает размер 6, индекс, который я указал, 6. Такого быть не может, потому что у нас всегда индекс, который указываем, то есть номер позиции, всегда должен быть на 1 меньше. По той причине, по которой я вам указал. Потому что если у нас размер массива это 6, то у нас последняя ячейка находится под индексом, под позицией, вернее, под номером 5, правильно? Потому что у нас первая это 0, так что идет 0, 1, 2, 3, 4, 5. Последний, шестой элемент, он находится на позиции 5, поэтому у нас индекс всегда должен быть на 1 меньше. Вот поэтому у нас выдает ошибку. Так что если вы пытаетесь взять с ячейки, которой нет в данном массиве, у вас будет выдавать Array Index Out of Bound Exception. И вы смотрите, вам показывает, может быть у вас здесь будет длина там 12, и показывает, что длина массива 6, а индекс это 12. И это неправильно. А вот в этом и есть ошибка. То есть, ну это очень просто. Это я тоже добавлю на веб-страницу, потому что я про это забыл. Все, если жмем на эту ссылку, нас сразу перебрасывает туда, на какой строчке кода у нас ошибка. Жму, бум, и все, сразу открылось. Видите, здесь тоже написано 13. Видите, линия 13 в main activity. И все, и сразу высвечивается. И курсор здесь моргает. Все правильно, потому что здесь я пытаюсь считать данные с позиции, вернее, с ячейки 6, а ее просто там нету. Вот, в принципе, все. Размер и exception, который выходит, если вы не ту позицию указываете. Ладно, ну теперь давайте все-таки перейдем к спискам. Списки, в принципе, как я уже сказал, это то же самое, как и массивы, только там есть небольшая разница. Вот смотрите, у нас есть, к примеру, список list. Мы можем указать так же, как мы указывали массивы, только там мы пишем в массивы array of, а здесь мы пишем list of. Разница от массива в данном случае, здесь лист, он только для считывания. Мы не можем туда данные перезаписать. Вот я создал, к примеру, список, это то же самое, как и массив, все будет то же самое. Только здесь я смогу считывать данные, а перезаписывать их не смогу. Поэтому давайте посмотрим, как это работает. Так, если мы идем сюда, видите, я создал array of, а могу создать list of, это и будет список, list of. Видите, все то же самое, ничего не изменилось. Хорошо, и могу считывать, к примеру, возьму позицию 3. Давайте проверим, что произойдет. Выберем сразу debug и mylog. Все, видите, показывает число 2. На позиции 3 число 2. Так, 0, 1, 2, позиция 3. Все правильно, число 2 здесь находится. Отлично. Вы помните, как я вам показывал, в массивах можно перезаписывать. Давайте попробуем сделать то же самое для списка. Пишем numbers. Смотрите, здесь написано var, все нормально. Пишу numbers. Указываю квадратные скобки, позицию, ну, к примеру, 0. Попытаюсь перезаписать. Равно... Запишу туда число 56, бум, а мне не дает, выходит ошибка, потому что лист, он только для считывания. И хоть это и список, но у лист мы не можем добавлять элементы, мы можем только их считывать. Поэтому, когда один раз мы это все создали, список примерно работает, как и любой массив, только на считывание. Видите, вот этот вот список я имею в виду, лист. Все, мы можем считывать, но записывать не можем. Но есть у нас интересный список, который нас интересует. Это у нас ArrayList. Сейчас мы про него поговорим. Но прежде я вам хотел бы еще показать, что, смотрите, все эти функции, которые мы раньше рассмотрели, это sort, sum, в списках, они те же самые, только изменяется немножко название. И у всех вот этих функций они сразу возвращают список, не изменяя оригинал. Видите, к примеру, если я раньше писал sort, а здесь написано sorted, sum то же самое, сумма, reversed, я писал reverse, а здесь reversed. То есть, чтобы поменять местами элементы внутри массива. Дальше contains, то же самое, минимальное значение, максимальное, среднее значение, shuffle, а здесь shuffled, и дальше sorted descending и так далее, intersect. В общем, все то же самое. Поэтому, когда почитаете вот здесь, если уже поняли, то, думаю, вы уже понимаете, все эти функции, которые мы используем, дополнительные, которые нам могут сортировать и так далее, в списках они те же самые. Так что вот поэтому я говорю, что разница между массивами и списками небольшая. В качестве производительности, конечно, есть разница. А вот когда мы ими пользуемся, то вы разницы сильно не заметите. Видите, те же самые функции для перемешки и так далее. Ладно, хорошо, мы поняли, что список, вот этот list of, мы можем только считывать. Один раз его создали, все, считываем, а перезаписывать данные внутри не можем. Но если мы возьмем, к примеру, список ArrayList, то мы его уже можем
изменять, и не только изменять, но мы можем туда еще и добавлять элементы, и удалять эти элементы, и можем добавлять сразу стопками, то есть добавлять целый массив, либо целый список другой. Например, тот же самый лист, который нельзя изменять, мы можем целый этот список добавить в наш список ArrayList. То есть здесь мы можем намного больше всего делать. Здесь вот я все описываю, давайте посмотрим на конкретном примере. Смотрите, с этим listOf особо много не сделаешь, правильно? Считываешь и все. Как можно еще его объявить? Это же лист, значит мы можем указать лист и в треугольных скобках тип данных. Мы можем указать явно, что это int, видите? Все, я указал это лист и тип данных внутри int. То же самое, что я вам показывал с массивами, то же самое здесь происходит со списками. Только здесь я указываю, что это лист, правильно? Потому что это список. Вот и все. А можно было бы указать и по-другому. Могу явно указать вот здесь, треугольная скобка, и пишу, что это у меня, к примеру, int. Все, закрываем треугольную скобку. Но это будет лишним, потому что Kotlin не так может определить, потому что здесь все значения у меня integer. Поэтому он уже определяет, так что это лишнее. Ну а так, я мог бы явно объявить, что это у меня integer. Если бы я захотел сюда написать что-нибудь другое, к примеру, 3,6, видите, то сразу появляется здесь, что это int. Уже не серым высвечивается, показывает, что это int. Но это не нужно делать. Все, видите? В общем, в принципе, это все то же самое. Хорошо, давайте посмотрим на интересный список, это ArrayList. Для того, чтобы создать ArrayList, мы делаем все то же самое, как и с массивами, и как вот с этим списком listOf, только пишем ArrayListOf. ArrayListOf. В чем же разница? Ну, здесь мы тоже можем явно указать, что это int, тип данных. Но опять же, это не обязательно. Можем указать здесь явно. Это уже не лист, это уже ArrayList, правильно? Значит, пишем ArrayList и то же самое в треугольных скобках указываем явно тип данного массива. Это у меня, например, будет int. Что за значение внутри? Видите, то же самое. Но это, опять же, будет лишним в данном случае. Можно просто указать ArrayListOf, и это и так будет понятно, потому что ArrayListOf – это специальная функция, которая сразу создает уже этот список ArrayList. Вот и все. И этот список уже можно менять. Смотрите, если я пишу Numbers, это же у меня уже ArrayList, например, на позиции 9 я хочу записать, ну, к примеру, там число 124. Все, видите, уже не ругается, как в случае с лист. Все, все нормально, могу записать, могу считать. Давайте это удалим. Вот, видите, я уже написал здесь numbers 3 с позиции 3. То же самое, как и с массивами, так что здесь вы разницы никакой не заметите. Но есть одна разница, у него теперь размер не ограничен. Это означает, что я могу сюда добавить еще элемент по ходу дела. К примеру, пишу здесь numbers .add. Для этого используем функцию add. Я указываю add и в круглых скобках указываю значение, которое хочу добавить. Если я указал, что это int, то есть целые числа у меня там внутри, значит сюда я не могу добавить, к примеру, string. Видите, на меня ругается. Я могу добавить сюда один элемент, это int. И после могу добавить еще один, еще один, еще один, еще один, еще один. То есть сколько мне нужно. И, например, изменить их все. 32 там. Это то же самое, как будто бы здесь были эти элементы. Вот эти вот элементы. То есть теперь у меня уже размер больше будет, потому что там теперь будет после этого элемента 1, идет 0, 1, 2, 3, 4, 5, то есть пятая позиция, на последней пятой позиции у меня элемент 1, а дальше идет 6, это 67, 7, позиция 7, видите, позиция 8, позиция 9, позиция 10, позиция 11. То есть мы можем расширять размер данного списка. А можем и уменьшать. Но давайте сначала проверим, правда ли, что расширяется. Я попробую взять последнее число. Это у меня 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть у меня последнее число 11. Что мне нужно постоянно считать, чтобы взять последнее число? Нет, не обязательно. Я могу. Мы же знаем, что у всех массивов и списков есть такая функция size. То есть мне выдает размер этого массива либо списка. Поэтому я могу указать номер ячейки, последнюю. Это размер массива минус 1. Я же вам говорил, что размер массива должен быть всегда минус 1. Последняя ячейка. Значит, мы указываем numbers size. Numbers.size минус 1, правильно? А иначе выдаст ошибку. Все, значит возьмет последний элемент. Запускаем и смотрим. Должно быть 17. Так, это удалим. Все, видите, вышло сообщение. 17, значит все правильно взяли. Вот этим и отличается ArrayList от всего остального. То есть считывание, запись элементов то же самое, но есть еще и добавление нового элемента, который добавляется к тем, что уже существует. Не перезаписывает, а добавляет новый элемент. Но еще мы можем стереть все, либо удалить. В общем, есть разные опции. Например, numbers.clear. Если я сделаю numbers.clear, то есть если я очищу мой список,
то все эти элементы удалятся, и у меня там будет 0 элементов. То есть у меня будет массив вот такой. Бум, видите? Как будто там нет элементов. Все, ну естественно ошибку не выдаст, просто выдаст, что там 0 элементов. А как можно удалить один из элементов? Ну, допустим, я хочу удалить вот этот элемент, двойку. На какой позиции находится это? Раз, вернее, 0, 1, 2, 3. На третьей позиции, значит, пишу remove at. Видите, указываю remove at. На какой позиции нужно убрать элемент? На позиции 3. Все, пишу 3. И что будет теперь у меня на этой позиции 3? А ничего, просто они сдвинутся таким вот образом. То есть вот эта позиция удалится и останется вот так. Видите? То есть теперь на этой позиции, на позиции 3 будет пятерка, потому что стало меньше элементов. Поэтому я могу удалять их по очереди. Вот, в принципе, вот так вот все работает наш массив. То есть удаляем, добавляем, а можно и добавлять целый список. Вот у меня уже есть сколько элементов? Раз, два, три, четыре, пять. То есть здесь у меня уже 5 элементов. Могу добавить туда еще один массив. Add all. Видите, тогда добавлять не один элемент, а сразу целую стопку. И добавлять можно и список, и массив, все, что нам угодно. Каким образом? Ну, давайте посмотрим, как добавить список. Я пишу val, это будет у меня, к примеру, list равно. И то, что мы раньше выучили, list of. И здесь укажу, так, это тип данных мы указывать не будем. Укажем здесь 34, 67, 89. Видите, у меня есть список. Я создал список, который называется list. И в нем есть три значения. И теперь могу добавить его ко всем вот этим остальным. Поэтому они не сотрутся, а просто вот эти три числа добавятся еще сюда. С помощью add all. Указываю list. Все, видите, все сработало. Теперь у меня в массиве было 5 и еще 3. 8 элементов вот так идут по очереди. Сначала эти и после эти. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть позиции я имею в виду. Все, давайте проверим. Вот теперь после этого add all я попробую взять с позиции 0, 1, 2, 3, 4, 5. С позиции 5 возьму. Что у меня там будет? Должно быть число 34. Видите, то, что было в этом массиве. А, вернее, в этом списке, извиняюсь. Берем с позиции 5. Стираем здесь и смотрим. Бум, 34. Все правильно, так и есть. То есть этот список добавился к этому списку. И теперь у меня в списке numbers на пятой позиции есть число 34. Значение, я имею в виду. И теперь давайте посмотрим, как еще можно добавить сюда массивы. Я добавил уже список. Numbers – это у меня ArrayList, и List – это тоже List, то есть это они оба списки. А как будет, если я хочу добавить массив? Массив у меня называется, например, ArrayOf. ArrayOf. Это уже не список, это массив. Можно ли его сюда добавить? Видите, то же самое, можно добавить без всяких проблем. Но если я укажу конкретное значение, например, int ArrayOf, то видите, уже на меня ругается, потому что int ArrayOf, Kotlin не может его перевести в список, чтобы добавить. Для этого мы можем воспользоваться специальной функцией, которая есть у массивов, превратить массив в список. Как это делается? Вот наш массив list. Прямо здесь можем указать точка toList. Вот, toList. Таким образом, наш массив превратится в список. Все будет то же самое, но теперь Kotlin сможет понять, что там за элементы, и их просто перегрузит сюда, добавит. Вот и все. Видите, есть add all, а есть просто add, когда мы добавляем только один элемент. Вот примерно так вот работают массивы. Надеюсь, что вам понятно. То есть массивы можно также еще себе представить, что это... Представьте себе, выстроите в ряд какие-то коробки и подпишите 0, 1, 2, 3, 4. И все, вы можете вложить что-то в эту коробку и брать из нее. Это и есть массив. А список это будет в данном случае, вот, например, изменяемый. Неизменяемый будет то же самое. То есть коробки изначально вы туда что-то ложите, а после можете только брать, а изменять уже, заменить предмет один на другой не можете. А вот этот вот список, ArrayList, вы можете туда и заменять элементы, менять местами, и добавлять новые коробки, либо убирать их, то есть ячейки. Добавляете, убираете, а так в принципе то же самое. Это как бы продвинутый массив, вот и все, ничего здесь особого нету. Для тех, кому не очень понятно, что такое массивы, вы на практике начнете понимать, потому что в принципе, я же говорю, это не очень сложно. Это те же самые переменные, которые собраны как бы в группу, вот и все. И вместо того, чтобы обращаться к ним по имени, мы обращаемся к ним по индексу, чтобы считать, либо перезаписать какое-то значение. И индекс всегда начинается с нуля, поэтому они идут по порядку. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. И всегда последний элемент, позиция, либо индекс, как хотите называйте, последнего элемента, он всегда на один меньше размера массива. И помните, что у массивов и у списков есть свои функции, которые позволяют с ними что-то сделать. Я имею в виду со значениями внутри.
отсортировать их, перемешать, достать максимальное значение, сравнить их между собой. В общем, много чего. Это все мы будем уже делать на практике. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите какой-нибудь комментарий, чтобы поддержать канал. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И уже увидимся на следующем уроке. Всем пока!